Гэта праграма «Вяскоўцы» і з вамі Марыя Дзікан. Развіваць патэнцыял азёрнага краю на вадзе і на сушы. Прэм'ер-міністр Беларусі Раман Галоўчынка з рабочай паездкай наведаў Браслаўскі раён. На парадку дня тэрміны пасяўной кампаніі, забяспечанасць палівам і тукамі. На нарадзе з кіраўніцтвам вобласці і раёна абмеркавалі і перспектывы турыстычнай галіны беларускага паазер'я. На Браслаўшчыне як нідзе разумееш, чаму Беларусь называюць сінявокай. Водная роўнядзь у ваколіцах турыстычнага гарадка перавышае 40% плошчы. Але сёння ўся ўвага не блакітным азёрам, а залатому фонду – хлебнай ніве. Правесці пасяўную ў 10 дзён. Такую задачу паставіў перад аграрыямі прэзідэнт Беларусі Александр Лукашэнка. Хлебаробы Віцебшчыны пачалі актыўна рыхтаваць тэхніку, насенне, тукі. Але падножку падставілі. Ставіла на двор'е, то начныя замаразкі, то снегапад. Ад красавіка такога не чакалі. Посевной, конечно, в авангарде южные наши регионы, которые чуть-чуть погода поспособствует, что они уже начали и кормить чуть раньше, и пахать, и сеять. Поэтому вот и теперь с юга на север пойдет. Активно все начинает разворачиваться, и начинается именно та работа, которая должна быть. По готовности, ну, не скажу, что все гладко, но, в принципе, и техника готова, чтобы это все нормальные сроки сделать. Удобрений в два раза больше, чем в прошлом году мы запасли, так получилось. И протравители, и средства химизации, поэтому каждый на своем месте, каждый знает, что делать. Дополнительно мобилизованы механизаторы, чтобы простоев не было на технике. Поэтому все готово. Несмотря на то, что мы подошли к началу посевной, мы все равно не останавливаемся по ремонту техники. И даже те трактора, которые уже года 2-3 не использовались, мы их все равно пытаемся сейчас восстановить, чтобы они были на лето, на заготовку кормов, на уборочную кампанию, на осеннюю работу, осеннюю вспашку и так далее. Поэтому процесс подтянули капитально, но не остановились, а идем дальше. Ставка максимально быстро и максимально качественно провести ту работу, которую мы должны провести, то есть в оптимальные агротехнические сроки. То есть это начало всего, это основа всего, и с железной дисциплиной пойти потом дальше по всему аграрному году. У Віцебскай вобласці пад сяўбу сельгаскультур сёлета адведзены 770 тысяч гектараў. Большасць пасяўных плошчаў будзе занята збожжавымі і зернебабовымі. Дарэчы, у гэтым годзе правядуць эксперымент па вырошчванні цукровых буракоў. Сахарную свёклу, знаете, логистика большая до заводов, но тем не менее 1500 гектар мы пилотным таким проектом мы с городейским сахарным заводом сеем у нас. И вроде в прошлом году было несколько сотен гектар, и получилась и урожайность очень большая, и сахаристость, поэтому чуть-чуть расширили, чтобы попробовать и посмотреть экономику здесь, получится, не получится. А так, конечно, мы поступательно переориентируемся больше на озимый клин, потому что они более урожайные, ну и сохранность больше этих культур получается по последним вот зимам мы видим. Поэтому этот клин увеличиваем. И сейчас будем уже, если будем стратегически менять просто уклон больше в животноводство, молочное, мясное, то, конечно же, больше будет трав, больше каких-то белковых составляющих в рацион животных. Поэтому, но сама процедура изменения – это не, скажем так, не завод, где можно что-то резко поменять. Здесь меняется все очень плавно, то есть процесс очень инерционный, потому что необходимо соблюдать и севооборот, и предшественников специальных, и семена так быстро не накопишь. Поэтому в этом пути мы идем. У той час, як на поўдні краіны тэхніка ваўсю працуе на палях, на поўначы сяўба толькі пачынаецца. Віцебшчына – зона рызыкоўнага земляробства, і гэта ставіць хлебаробаў у няроўныя умовы. Але ў аграрным пытанні трэба шукаць не адгаворкі, а новыя варыянты і магчымасці, падкрэсліў прэм'ер-міністр Рэспублікі Беларусь Раман Галоўчынка. Галоўнае зараз прыкласці максімум намаганняў, каб набраць тэмп і правесці сяўбу якасна і у технологичные термины. 10-дневный срок, вся техника должна быть подтянута до необходимого уровня готовности. То же самое рассматривали вопросы и по удобрениям, и по топливу. В принципе, как уже говорилось раньше, ситуация лучше, чем в прошлом году по обеспеченности.
Ад пытанняў аграрных перайшлі да пытанняў турыстычных. Маляўнічая прырода Віцебшчыны вабіць турыстаў. Нацыянальны парк Браслаўскія азёры – пацвярджэнне таму. Паляванне, рыбалка, катанне на катарах, самабытныя рамёствы. Тут дакладна ведаюць, чым здзівіць турыстаў. Толькі за мінулы год Нацыянальны парк Браслаўскія азёры наведалі звыш 55 тысяч чалавек. Самое популярное – это туристические стоянки, заказные туристические стоянки. Сегодня уже мы можем сказать, что июль почти продали, продали часть августа и июня. Мы начинаем продавать их с второй половины января в онлайн-режиме, и они расходятся, самое популярное, за месяц. Одна из проблем нашей туристической деятельности – это сезонность. Сегодня летом мы заполнены полностью, не можем вместить всех туристов, которые к нам хотят приехать и побыть. Зимой, к сожалению, у нас кроме охотников и рыболовов полупустые базы. Поэтому мы подходили 3 года к тому, готовились. И в этом году у нас выделено частично финансирование на проработку вопросов по строительству лыжероллерной трассы. Сегодня, скажем так, не аналогичная, но есть уже роллерная трасса в Городокском районе, есть в Копыльском районе. Но рельеф наш позволяет сделать ее такой сложности, по которой могут тренироваться даже, скажем так, молодежь самого высокого уровня. Потенциал туристической галины велики, але коронавирус стал для ее сапраўдным выпробованием. Зачиненные межи примусили проявлять гибкость. Выратавальной лодкой стал внутренний туризм. От гэтага выиграли все. У одних есть клиенты и прибыток, у інших новые открыцці родной земли. Дарэчы, на Витебщине зараз распрацовывают новый туристический проект «Васильковый край». При допомозе мобильного прикладания будет створена своя особливая интерактивная карта, якая злучить усе районы паўночнага региона. И у нас сейчас новый проект развивается, это Васильковый край. Там вообще у нас буквально там почти вся Витебская область. Это будет маршрут разработан для того, чтобы в первую очередь гости приезжали не только с России, но и с ближнего зарубежья, и дальнего зарубежья. Ну и, конечно же, развитие надо развивать внутренний туризм. Эта программа разработана, должна закончиться в 2023 году. Там, в первую очередь, это новые маршруты, это там и производственный туризм, все виды туризма, там и, как говорится, и активный отдых, и так это будет все в одно. Будем, как говорится, в России Золотое кольцо, так у нас Васильковый край будет в Витебской области. Я думаю, что это тоже даст большой толчок для туристов, чтобы они не только побывали, приехали в Браслов, и поехали там и в Поставский район, и по кругу там и Финвинский район, Аршанский район. Сейчас тоже очень много делается для развития туризма. Где-то 40% то, что запланировано, сделано, это и указатели, и так далее, и тому подобное. Говорится, чтобы турист пришел, образно включил телефон, посмотрел, и у него все написано, говорится, где какое озеро, где какой санаторий, где какая гостиница. Несмотря на пандемию, на политическое, внешнеполитическое давление, какие-то ограничения, все равно туризм по цифрам развивается, и выручка растет экспортная, и появляются и агроусадьбы новые и так далее. Единственное, что хотелось бы, чтобы этот процесс был в разы быстрее. И задача наша сегодня, то, что двигается, идет, чтобы мы это все сделали максимально, придать этому ускорение. И экологический туризм, и медицинский туризм, и охотничий туризм, и исторический туризм. То есть каждое направление имеет место быть, и каждое направление оно внесет свой вклад в развитие общетуристического туризма. То есть по всем направлениям есть потенциал, и по всем направлениям будем работать. Браслаўскі район – адзін з самых перспектыўных рэгіёнаў з пункту гледжання развіцця турызму. Гэта адзначыў прэм'ер-міністр Беларусі Раман Галоўчынка. Каб комплексна папулярызаваць паазер'і, было прынята рашэнне выходзіць на новую дзяржаўную праграму. Урад разлічвае, што яна пачне працаваць ужо з наступнага года. Здесь нет крупной промышленности, и планов ее возводить нету. Значит, здесь, мягко говоря, недостаточно эффективные природные условия для ведения сельского хозяйства, недостаточная плодородность почв, высокая контурность полей. Поэтому здесь должна быть другая фишка, что называется. Не только для Браславского района, но и для всего Поозерья. Это и Браславский, и Миорский, и Верхнедвинский район, и Рассонский район, и где-то Ушачский район.
Поэтому здесь не хватает динамики. Какие-то проекты реализуются, много, в принципе, делается, но нету цельной картины. Что называется, турист косяком не прет. И в этом есть проблема, мы уже неоднократно к ней подходили. Я просто в разных местах Беларуси пытаюсь как-то комплексно оценить эту ситуацию и все-таки раскрутить вот этот отечественный туризм. Люди должны видеть, что у нас в стране. Люди должны ездить из региона в регион, знакомиться с красотами нашего края. Поэтому мы решили, что для того, чтобы комплексно раскрутить Витебское поозерье, необходимо выходить на новую государственную программу. У нас реализовано несколько таких программ, которые делались по поручению президента. Это и программа развития Нарочанского края, это и Августовского канала развития программа, это в какой-то мере и программа «Замки Беларуси». Поэтому здесь надо все это объединить, выходить на эту программу. Такую задачу мы сегодня поставили. Понимание есть, энтузиастов много есть в этом вопросе. Государство должно помочь и подтолкнуть эти процессы, не вкладывая сюда больших денег. Собственно говоря, их, наверное, и не надо. Надо создать условия для того, чтобы сюда вкладывали деньги люди. Вот над этим, на это будет направлена в основном эта программа. Коли беларусы на своей земле занимаются любимой справой упарто и добросумленно, это завжды приносит становчий выник. Тому важно каждый ковалок родной земли выкористовывать с корыстью, розумом и теплынёй сердца.